Что у меня поменялось? У меня сказалось на то, что я практически вылечила маму. Помогла своей маме. Я сегодня ей звоню, мама как-то тут, как она на даче, она говорит, прекрасно, иду гулять. У меня мама не могла 30 лет одеть ботинки и застегнуть. Просила близких или соседей. Носки не могла одеть, она не могла наклониться. После 8-го, где-то 7-го сеанса, случайно упали таблетки. Она наклонилась, взяла, я сижу, говорю, мама, что это было? То есть она сейчас полностью одевается, себя обслуживает. Это 30 лет не было у нее. Вот. Расправилась, руки стала поднимать, тяжело было поднимать. Ну, вообще, все. И жизнь у нее поменялась. У нее, она жить не хотела, она мне потом призналась, что она, говорит, я вставала и, говорит, скорее бы, потому что от дикие боли. Сейчас под другую жизнь зажила. Ну, и не только мама. Не только мама, и тетя моя тоже перестала натираться, руки болели у нее еще сильно, перестала на них натирать. И тоже, говорит, вот 6-й сеанс, воскресенье взяла, говорит, я здорова. Это энергетическое целительство, да? Да, это энергетическое целительство, и я еще потом, у меня так получилось, что это случайно, я вышла на это, что вот кому мужчинам делала, у них тяга к спиртному пропала. Вот у знакомый один очень пил спиртные напитки в запоях буквально годами. Но сейчас 3 недели он выпьет, но нету тяги, не напивается. То есть и он пришел после первого сеанса ко мне, я говорю, Саша, ну как? Он говорит, у меня жизнь поменялась, вообще я видеть мир стал другими глазами. Поменялось, свет наступил у него. А с тетей, кстати, тоже, вот, которая натиралась, она говорит, я на работу без радости шла, сейчас иду с радостью на работу и с радостью работаю. Вот, тоже морально хочу. Ну это про свои. Особо яркие, кому помогал, это подруги сильные очень. У нее гипертонический криз, часто бывающий. И вот перед тем она уже начинает ощущать это состояние, то есть начинает подташнивать, то есть задавливает из нее голова. Ну и вот в этом день она лежит, ничего не может, вечером приезжаю, сеанс проходит, все, как бы она восстанавливается, еще один сеанс, все, то есть боль переходит где-то там, гуляет по руке, по шее, и на третьем сеансе все нормально. То есть такой более яркий за это время, так особо времени работать нет. Физическое исцеление тоже еще было мало, потому что не было времени. Я сделала только там пару сеансов, но в принципе ко мне сейчас обратилась девочка, у нее грыжа позвоночная. Вот я сделала один сеанс, после этого сеанса она говорит, что у нее стало блуждать, ну, как бы, энергии то в холод, то в жар. Но вот завтра у нас будет второй сеанс. У меня как-то больше идет психологический вот такой как-то это хилинг, потому что я пришла тоже вот там к девочке, у нее проблема была очень сильная, обида на бабушку, мы с ней поговорили 20 минут, она говорит, что ты сделала, у меня все прошло. Ну, как бы это, ну, она говорит, я не могу встать. Ну, все ушло как бы в тело. Вот такая как бы реакция пошла. У меня как-то больше идет вот именно какая-то, наверное, психологическая разборка каких-то ситуаций. Вот, ну, пока. Но я думаю, что энергетическое исцеление мне тоже нравится. Я думаю, что буду в этом направлении тоже работать. Самое яркое – это у меня работа с мужем, который меня еще так прощупывает, такое недоверие у него. Первое было то, что он разбирал на даче там всякие вещи, приехал, говорит, так бок болит, говорит, вообще не могу пошевелиться. Пошел в душ, принял, я его на стол положила и поработала с ним. После сеанса я у него начала задавать вопросы, он говорит, да ничего я не чувствовал, говорит, вообще, говорит, поспал хорошо, все прекрасно. И такой потихоньку встает, садится, и такой глаза, как у ребенка, говорит, ой, говорит, у меня ничего не болит, говорит, ой, говорит, вообще, рука, бок, все прекрасно. Но недоверие все равно у него осталось. Мы, значит, уже сделали 4 сеанса, и обнаружилось еще то, что у него был парапсориаз, верхний, то есть полностью грудь, спина. У него только пару пятен осталось ниже пупа. Полностью все красные пятна пропали. То есть вот это, конечно, кайф. То есть тело
просто даже другого цвета стала. Ну, вообще, я просто считаю это изумительный вариант, причем, что человеку дается исцеление по вере его. То есть должно быть не только желание мое, но и желание клиента выздороветь. А тут человек, как бы, как, ну, как правило, родные, они всегда все с недоверием. Но результат просто замечательный.